Письмо, поговорить с Абиной. Так, опять шантаж. Опять. Скорее всего. Так, ну это мы заплатим. Так, где у нас Сабина? Не тут. А, это он у нас сопротивление катается. Так, здесь что-то изрисовали. Так, музыка со всего мира. Это было. Дать некому. Так, ну ладно, поприветствуем ее. Мы, конечно, сами ее издали. Но так нужно было. Для сюжета. Добрый день, господин Шварц. Закончить разговор. Так, ну это Ульрика, это не этот... Керстен, по-моему, Керстен. Это не его жена. Так, мы ждем жену. Где наша жена? Где она? Так, Ким. Это не Ким. Сабина. Так, где-то там. Так, что у нас здесь теперь? Так, ничего. Так, ждем. А, вон там взрывы происходят. Я думаю, что трясется, там взрывы какие-то. Какой-то мятеж. Фрэнк, только держи себя в руках. Видишь это письмо? Ой, это из министерства. От службы сохранения общественных ценностей. Что это значит? С чего нам вдруг пишут из полиции нравов? Успокойся, пожалуйста. Пообещай мне, что сначала подумаешь, прежде чем говорить. Я всегда сначала думаю. Обещаю. Обещаю. Обещаю, Сабина. Спасибо. Министерство отправляет Ким в лагерь перевоспитания. За ней скоро приедет полиция. С чего вдруг? Что? Но зачем им перевоспитывать Ким? Судя по всему, она ее видели, когда... Ох, Фрэнк, я и сама не знаю. Ты даже сказать это прямо не можешь. В общем, Ким, кто-то видел, как она в общественном месте. Она вроде как... Она целовалась с другой девушкой. И? Ого, и? И что в этом такого плохого? Ты об этом знал? Почему ты мне ничего не сказал? Мы могли бы вместе составить план. Я только предполагал. Но я же ее мать. Я должна знать о таких вещах. Но, наверное, придется смириться с тем, что она больше со мной не разговаривает. Уж уже ничего не исправить. Ким у министерства на мушке, и мы заодно. Придется с ними сотрудничать. Иначе она нас всех за собой утянет на дно. И потом это лагерь не обязательно плохое место. У Ким просто проблемы с интеграцией. Может, в лагере их смогут исправить. Ты же знаешь, ты же это не серьезно? Первое. Как ты можешь быть такой спокойной, Сабина? Ким прекрасна такой, какая она есть. Ты же ее мать, веди себя соответственно. Я тут неделями только и думаю, что о будущем нашей дочери. Но Ким меня совсем не поддерживает, заявляет, что это общество должно измениться. Вместо того, чтобы самой приложить немного усилий и вписаться. Но так эта система не работает. Брэнд, пожалуйста, поговори с Ким. У вас же с ней хорошие отношения. Когда я пытаюсь я, она воспринимает это в штыки. Я с ней поговорю. Ну хорошо, Сабина, я с ней поговорю. Спасибо, дорогой. Мы ведь оба просто желаем ей лучшей жизни. Может, так мы поможем ей стать счастливым, хорошо социализированным человеком. Если кто и сможет ее уговорить, так это ты. Я попробую. Так, поговорить с Ким о письме. Где Ким? Ким. Пришло письмо. Ким, дорогая, у тебя есть минутка? Нам нужно поговорить. Да, и что такое? Только давай по-быстрому, а то я договорилась с ребятами встретиться. Ну что ж, Ким. Дело в том, что... Выкладывай уже, Дэдди. У меня свои дела есть. Не может же все быть настолько плохо.
Все действительно плохо, Ким. Ты хотела что-то мне сказать? Пришел донос. Так, первое. Но сперва, Ким, ты хотела что-то мне рассказать? Рассказать? Не, Дэдди, все на. А, хорошо, тогда, возможно, это просто какая-то ошибка. За ошибка, Дэдди. Что стряслось? Ты ведешь себя так, как будто великий вождь представился. Кто-то заявил, что ты лесбиянка, Ким. На тебя поступила жалоба в министерство. Тебе и нечего мне сказать на это? А что тут скажешь? Скажи, что это неправда. Скажи мне правду. Ты можешь сказать мне правду, Ким. Но если я скажу тебе правду, папа, тогда ты больше не сможешь с чистой совестью меня защищать. Этого я и так уже не могу. Да, я люблю девушек. И что с того? Это приятно, и это ощущается неправильным. Нет ничего неправильного в том, чтобы кого-то любить. Любовь потрясающая, эпичное, великолепное чувство. Любовь сотрясает мир до основания и создает его заново. Любовь не спрашивает, какого кто пола. Но Ким, закон о нонконформизме. Да, насрать на этот закон. Не права эта грёбаная система, а не я. Не говори такое так громко, Ким, прошу. Будет нужно, я об этом с крыш кричать стану, Дэдди. А ты собираешься просто смириться? От мамы я такого еще могла ожидать, но не от тебя. Папа, ну пожалуйста. Я ведь твоя дочь. Неужели этого недостаточно, чтобы ты меня поддерживал? Все не так просто, Ким. Тогда давай я для тебя упрощу, папа. Я лучше умру, чем поеду в такой лагерь. В моих чувствах нет ничего неправильного. Ким, ты же это не всерьез? Успокойся, пожалуйста. Лагерь может тебе помочь. Я хочу тебе помочь. Первое. Я хочу тебе помочь, но что мы можем сделать? Донос получен. За тобой приедут и заберут тебя. Тогда надо сделать так, чтобы меня не нашли. Спрячь меня, папа. Я попробую. Так, два. Я могу попробовать, Ким, но это опасно. Очень опасно. Но я что-нибудь придумаю. Спасибо, папуль. Я знал, что ты на моей стороне. Насчет убежища. Ким, я просто хотел сказать тебе, что я... Ты придумал, куда меня спрятать, папа? Пока нет, но я ищу. Папуль, поторопись, если меня увезут туда, я этого не переживу. Не волнуйся, я обо всем позабочусь. Так, попытаться помочь Ким. 17 часов. 17 часов. Так, с кем можем говорить? Со Стивеном только. Так, Стивен не отвечает. Либо сейчас какое-нибудь новое задание появится. Эрнст вряд ли, эти тоже вряд ли. Эмма тоже не отвечает. Так, хорошо, где нам искать? Что ты хотел, Фрэнк? Насчет семейного бюджета. Ну ладно. 85. Ага, здесь у нас за 2 дня, походу. И нет, там по 94 было. По 88. Значит, чуть больше зарабатывать стал. Так, попытаться помочь Киму. К этим только можно обратиться, к сопротивлению. Более того, Ульрика вернулся. Добрый день. Нет, они нам не помогают. Так, что это она, против детей, что ли, или что это значит? Непонятно. А, сдать. Я переживу за будущее. Переживаю. Мы можем сдать ей комнату в аренду. Ну, допустим. Так, это убрать. Теперь можно ее за наркотики сдать. Письмо. Задание провалено. Так, нет, это неправильно что-то. Так, не катится. Так. Помочь. Как можно ей помочь? Ким в отчаянии и ни при каких обстоятельствах не хочет ехать в лагерь перевоспитания. Часики тикают. Могу ли я как-нибудь ей помочь? Вследствие ошибки.
Так, последствия ее, либо она умрет, походу. Это уже не упасть. Ну как у нас этот Алекс просто упал. Так, это может поможет. Что, господин Шварц, и вы в бегах? Так, он может помочь ей через границу перебраться. Нет. Так, ну в любом случае надо с кем-нибудь поговорить. Приветствую вас, дорогой мой Шварц. Так, пауза. А почему мы могли ее в шестую комнату? А у нас пятая, шестая там. Да, шестая, она свободна. Может так с ним поговорить? Хви. Так тоже не разговаривать. Так, с кем тогда нам говорить? Походу только в министерстве. Камера. Наконец-таки. Имя, цель визита живо-живо. Исполнитель. Так, а если он другой? Что? Зачем это все? Что происходит? Вы кто? И где господин Краузе? Вы что, в танке живете? Иностранные террористы, оскверняющие портрет великого вождя. Нападение на доблестных служащих государственной полиции. Восстание, антигосударственные лозунги. Порядочные граждане едва осмеливаются выходить на улицу. Величайший союз под гнетом. Под огнем. Террористы могут быть где угодно. Даже здесь, в министерстве. А теперь сообщите имя и цель визита, пожалуйста. Иначе вы окажетесь за решеткой раньше, чем досчитаете до трех. Ой, я Фрэнк Шварц, я тут работаю. Так, кто угодно может сказать. Документ у вас есть? Вот мое удостоверение. Пожалуйста, вот мое служебное удостоверение. Ага, Фрэнк Шварц, все верно. Сумку на досмотр. Ну, раз так положено. Ага, запрещенные предметы. Это я, разумеется, конфискую. Без последствий не обойдется. Конец игры. Фрэнк потерял слишком много репутации. Минус 4600. У нас там было много чего. Ну, смотрим, как мы проиграли. Фрэнк стоял на краю. Не знаю, что связался не с теми так, ну, людьми. Ладно, все равно. Эти люди прекрасно все равно знали, Миллер. Что делать с такими. Та же самая концовка. Так, хорошо. Но об этом я не знал. Так, письмо. Так, ладно, запрещенные предметы убираем. Сколько у нас времени остается здесь? 15 часов. Прячем все незаконные предметы, где у нас их много. Так, да, вот у нас их слишком много. Прям очень-очень. Это сильно ударило по репутации. Сахар, паспорт. Так, ну это, наверное, это по идее не незаконное. Так, письмо Ким тоже считается, видимо, как запрещенка. Ну, вроде как все, все красного ничего нету. Хорошо, сохраним. Пройдем еще раз. 12 часов. Так, что ты можешь сказать? Новенькое продают, нет? Нового ничего нет. Так, ну то есть мы теперь туда точно не сможем ничего пронести. Кого-нибудь подставить. Надо было все там оставить. Это там тоже негде оставлять. Стоять не с места. Имя, цель визита. Так, здесь пропускаем также. Там не слышали.
Вот мое удостоверение. Так, сумку на досмотр. Ну, раз так положено, все чисто. Можете проходить. Так, я... Стоять не с места. Нет цель визита опять. Да что такое? Неужели вы меня еще не запомнили? Для меня ваше лицо капля в море. Хотя вот теперь я присмотрелся и сразу вспомнил этот кошмарный галстук. Но правила есть правила. Имя цель визита. Фрэнк Шварц, сотрудник министерства. Спешу. Тогда я просто быстренько проверю ваши вещи. Ничего. Молодец, можете проходить. Так, то есть мы уже у него... А, вон он, внутри сторож. Так, живо-живо, Фрэнк Шварц. Раздражен, что дальше? Сумку на досмотр. Сумку на досмотр. Замечательно, можете проходить. Так, все, в общем, сюда нельзя обратно выходить. Так, сторож. Здравствуйте, господин Шварц. Почему вы тут? Что вы тут делаете? Почему вы не на входе? Из-за этого чертового антитеррористического отряда. Полный бред, как по мне. Если бы у нас в министерстве были повстанцы, хвататься за голову было бы уже поздно, разве нет? Но да, у нас тут только лояльные государству люди, гарантирую. Поверить не могу, что они обыскивают даже нас, сотрудников министерства. Действительно, неужели мы не заслужили доверия? Скажите, вы же не только принимаете посылки для сотрудников, но и отправляете. А как вы думаете, кто доставил вам билет на метро? Я эксперт секретной службы доставки в горшки Кавшпо. А почту вскрывают? Да, уж с вами. Конечно, нет. Как сотрудник отдела 4, вы имеете право отправлять и получать тайные послания. Просто положите сюда, в контейнер исходящие, я все сделаю. А если что-то нужно отправить в министерство? Что нужно сделать, чтобы почту можно было получить в министерстве? Мне положить конверт в горшок в своем кабинете, а вы его оттуда заберете? Простите, господин Шварц, но сколько вы уже тут работаете? Конечно нет, ваше комнатное растение служит ящиком для входящих. Таким образом, через него вы можете только получать сообщения. Отправка посылок извне в министерство возможна только через ящик для исходящих. Как сотрудник отдела 4, вы имеете право на личный секретный ящик для исходящих в своем домашнем кабинете. Если у вас его еще нет, я немедленно организую установку. Что бы вы туда ни положили, оно будет немедленно доставлено в министерство от вас. А здесь в министерство вы сможете забрать почту из общего почтового ящика. Звучит замысловато. Напротив, господин Шварц, все очень просто. Спасибо, господин Крауза. Так, ну то есть таким образом мы можем запрещенку переслать сюда. Так, хорошо. Так, я хочу получить почту в министерстве. Так, мне нужно оборудование. Так, теперь мы можем электронную отмычку взять. Никто не сможет противиться даже воле министерства, даже замок. Так, камер покупаем много, потому что мы прицепим для этого и 4 или деньги. Чтобы много камер покупать, 20 штук нам надо. Так, там у нас сколько этажей вообще? 5 получается, видимо. Или 4, 4 этажа там. То есть, грубо говоря, 24. 24 туда. Так, и здесь слишком много у нас тоже. 4, 4. 12. 1 сюда. Так, 13, 37. 37. Ну, штук 40 должно хватить. Так, и электронные отмычки, я думаю, нам понадобится слишком-слишком много. Везде будем вскрывать имя. Что денег у нас, по идее, не будет, это мы просто себе как бонус взяли. Чтобы не усложнять игру. Так, шкафчик. Так, вот у нас четвертый этаж теперь наш. Так, тем не менее. Сдать. Я переживаю за будущее Ким. Это неправильно. Но пока не знаю, что с ней делать. Время сколько у нас осталось? 6 часов. Вряд ли мы что-то успеем за 6 часов.
даже не с кем переговорить. Так, здесь ничего нету. Так, соответственно, что мы можем? Так, а в нашем кабинете уже кто-то живет? Нет. Получается просто как склад. Так, шкафчик. Нет, все-таки кто-то здесь живет. Это странно. Третий этаж. Томас. Так, по идее, мы сами у себя осматриваем. То есть там показано, что якобы это мы. Игральные карты и кубики. Так, рабочий стол. Вот это же мы. Ну, вроде как мы. Странно. Так, 303. Там все правильно. Филипп. В общем, не очень понятно. Может, кто-то переехал? Да нет, это также там. Так, ладно, смотрим, с кем можно поговорить. Чтобы помочь нашей дочери. Так, нам надо все-таки возвращаться. Надо возвращаться. Так, проходим. Чтобы помочь Ким. Все-таки ей надо один час. Я, наверное, не успею. Так, сохраняй. А сохранить нельзя. Так, ладно, можем успеть. Так, первое, смотрим, что будет, если мы не успеем. Ее просто надо заселить куда-нибудь. Так, письмо. По идее, за ней пришли. Ее забрали. Письмо. Задача завершена. Завершена. Ну, такое себе, на самом деле. Так, ну все, ее больше с нами нет. Посмотрим, что скажет жена. Жены пока тоже нет. Дождемся. Там все, взрывы происходят. Так, что-то она красненькая. Недовольная, что ли? Что ты хотел, Фрэнк? Так, насчет семейного. Так, понятно, красная, это потому что она выделена. Так, ну в таком случае, получается, мы просто не помогли Ким. Все, ее больше нету. Так, ладно, поступим по-другому. Это, видимо, не самая лучшая концовка. Вообще, здесь концовок в игре штук 11. Я просто банально все не смогу посмотреть. Надо где-то выполнить одну, где-то вторую. Так, все, мы берем, заселяем в шестую квартиру Ким. Мы предоставили ей убежище. Письмо мы провалили. Соответственно, здесь появится, видимо, новое что-нибудь. Так, интересно, теперь ее сдать можно, нет? Чисто ради интереса. Так, допустим, донос. А, теперь ее можно за эту. Ну, такое себе. На Сабину нельзя донос, на Александра нельзя. Так, ладно. Новая улика. Нет, задавать мы ее не будем. Так, можно ее проведать. Надеюсь, она у нас живет. Плачет. Так, у нее квест. Дади, наконец-то ты пришел. Как же я рада тебя видеть.
Я так больше не могу. Ким, мы справимся. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Спасибо, что успокаиваешь меня, Дэдди. Но мне все равно страшно. Понимаю, но мы сделаем это. Неужели моя сильная девочка позволит кому-то ее сломить? Нет, никогда. Ну вот. Думаю, тебе стоит для начала поесть. Набраться сил, а там посмотрим. Ты прав, пап. Может, можешь принести мне что-нибудь съестное? Помираю от голода. Прошу, жди здесь. Принесу тебе горячей еды, как дома. У нас в столовой очень вкусно готовят. Убежище Ким. Принести Ким горячей еды. Так, сколько у нас по времени это длится? Так, ну, по времени у нас ничего. Так, у нас есть горячая, хотя это не горячая еда. Пирог, может там что-то новое появилось в министерстве. Сходим. Ну, в принципе, нам туда надо. Так, больше никого заселить не можем. Не можем. Но главное, успели. Так, жену надо убрать с метки. Метку с нее. Так, здесь нельзя сохраняться. Так, осмотр, все окей. Так, что мы можем? Попробуем со всеми поговорить. Здесь, в принципе, уже финал очень близок. Добрый день, господин Шварц, чем могу помочь? Ничем. Так, там у нас никого нет. Так, ладно, поднимемся на второй этаж, посмотрим в столовой, что у нас есть. Что у вас сегодня? А, вот горячий появился. Горячая еда для Ким. Согревает и тело, и душу. Так, берем. Телефон. Телефон. Так, ладно, к этим не пойдем уже. Так, четвертый. Так. Срочно ответить на звонок. А, это у нас убежище Ким. Что по времени? По времени ничего нет. Так что пока погуляем. Да вдруг потом не погуляем. Так, все, можем сюда пройти. Так, постучимся. Фрэнк, с тобой все в порядке. Лично о вас. Меня многое вас интересует. Вы, как всегда, жадны до знаний. Вообще-то я очень занят, но в чем вопрос? Неважно. Извините, я тогда лучше пойду, не буду вам мешать работать. Так, надо подождать, пока они уйдут. Так, но Альтман, наверное, тоже там находится. Альтман, не говорите мне, что вам что-то от меня нужно, Шварц. Как поживаете? Как ваши дела? Дождливая сегодня погодка, а? Что вам надо, если вы не по поводу своих министерских задач уходите? Но, хватит заикаться. Либо переходите к делу, либо оставьте меня в покое. Закончить разговор. Так, хорошо, ждем тогда, пока они уйдут. Так, отлично. Первая пошла. Ставим крутую камеру. Здесь как раз таки нужна большая камера, чтобы все видеть. Форма майора. Старая форма Луты Альтман. Так, зафиксируем. Чего? Сейчас охранник сюда пойдет. Зеленое яблоко, шоколад. Отлично. Но шоколад вряд ли мы на нее сможем сделать, она у нас под защитой. Не
неприкосновенность у нее в любом случае. Так, мусорное ведро. Диван. Так, ну все, мы все осмотрели. Теперь сюда. Так, охранник у нас вниз пошел. Так, открывает очень быстро. Так, смотрим, что у нас здесь. В серванте ничего. Так, книга по управлению. Библия для всех молодых энергичных менеджеров. Не управляй командой, управляй семьей. Так, телефон взять. Это, наверное, не очень хорошая задумка. Полиэтиленовый пакет. Небольшой пустой полиэтиленовый пакет с остатками порошка. Должно быть витамины. Так, ладно, попробуем телефон взять. Интересно, что будет. Так, ничего. Так, здесь тоже у нас ничего. Получена информация. Картина великого вождя. Но здесь тоже ничего. Так, ладно, главное, мы камеры поставили. Пусть будут. Так, либо ответить на телефон. Так, а здесь мы теперь можем пройти? Пока нет.